ГЛУТ асфальтирует участок на набережной реки Магаданки, 45, корпус 1. Объект благоустраивают в рамках реализации программы наказов избирателей. Сейчас во дворе дома имеется асфальтированный пятачок, который местные жители используют для парковки личного автомобильного транспорта. Раньше там располагалась небольшая хоккейная коробка, но ее несколько лет назад демонтировали. По проекту теперь там установят кольцо для игры в стритбол, а также оборудуют площадку для сдачи нормативов ГТО. Саму территорию заасфальтируют, уложат травмобезопасное покрытие и установят ограждение.